Друзья, приветствую всех. Сегодня будет мега-мега интересное видео. Я разберу гениальную методику заработка, просто гениальнейшую методику, которая каждого сделает богатым. Это методика заработка мистера Биста. Я сам давно ей пользуюсь, сегодня покажу вам как. Вы тоже можете ей пользоваться и тоже можете заработать большие на этом деньги. Эта методика вызвала огромный интерес у подписчиков, потому что я недавно делал ролик о мистере Бисте. Он рассказал свою историю успеха и вот поделился своим секретом. И сегодня я подробно объясню, как это работает. В общем, устраивайтесь поудобнее и обязательно досмотрите это видео до конца. Еще раз в двух словах напомню, кто такой мистер Бист. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Это самый популярный блогер в мире, самый популярный ютубер в мире. У него 150 миллионов подписчиков. Самый богатый блогер в мире. И этот человек вот в ближайшее время может стать первым в истории долларовым миллиардером среди ютуберов. Итак, объясняю все по порядку. Начинаем с самого первого его контракта на сумму в $5000, да? Приходит к нему рекламодатель и говорит: я даю тебе 5000 за рекламу. Мистер Бист отказывается и говорит: давай мне $10000, и я пойду и отдам эти деньги бездомному. Теперь смотрите, что он делает. Он мог брать с рекламодателей по $5000, да, и нормально уже зарабатывать. За одну рекламу, да, мог брать уже по $5000. Но он идет еще дальше. Он отказывается от нормальных денег, да, чтобы получить большие деньги. Вот, в принципе, его схема. Потом он отказывается от больших денег, чтобы получить огромные деньги. На данном этапе он отказывается от всех денег, и от 5, и от 10, потому что $10000 он отдаст бездомному. Он отказывается, чтобы создать уникальное видео. Уникальное видео, которое наберет просмотры и которое в будущем сделает его популярным. Эй, привет! Я снимаю видео для Ютуба, вон стоит моя камера. Вот возьми, это тебе. Здесь $10000, это правда, я не шучу. Это видео вызывает огромный интерес. Оно залетает, первое вирусное видео. И что происходит? К нему идут рекламодатели, предлагают еще большие деньги. Он начинает эти деньги раздавать в видео, и его канал, блин, взлетает. Никто до мистера Биста не давал там обычному курьеру, да, принесли ему пиццу, и он курьеру чаевыми дал $10000. Никто такого не делал. Он, получается, брал деньги с рекламодателей и за счет их денег, да, делал себе имя. Набирал просмотры. Хорошо, цикл запущен. Он пожертвовал в начале всего лишь $5000 и условно вышел на доход в $30000, да? Теперь смотрите, он зарабатывает уже огромные деньги. Он может остаться с этими деньгами, но нет, он идет еще дальше. Да, он раздает деньги людям, но нужно повышать планку, потому что видео уже неинтересны. Уже неинтересно, да, когда ты раздаешь там по $10000. Нужно раздавать больше. Давай-ка я отдам Lamborghini, да? Никто такого не делал. Кто в своих роликах, да, раньше отдавал просто машины? Я позвал 50 незнакомых людей и купил новенькую Lamborghini. Итак, положите правую руку на машину. Тот, кто последнему уберет руку, получит машину за $300000. Теперь очень интересный момент. Да, эти деньги могли ему давать рекламодатели, но он мог отдавать и свои деньги. Для чего? Чтобы пробить потолок, чтобы пойти еще дальше, чтобы сделать еще более там сумасшедшую вещь, которую никто до этого не делал. Давайте представим, что его годовой доход $1000000. Это чистый годовой доход. Но в Америке мы знаем большие налоги. Давайте, чтобы проще было считать, представим, что в Америке налоги 50%. Он с этих денег должен отдать $500000 государству. И вот у него останется, да, еще $500000. Теперь смотрите. Он эти деньги может не отдавать государству. Он на эти деньги может купить Lamborghini и отдать ее подписчику. Зачем ему отдавать эти деньги государству? Потому что в Америке можно списывать эти деньги на творческий вот процесс. Если тебе нужно купить там оборудование, там ноутбук, камеру, эти все деньги можно списывать, потому что это все затраты на бизнес. У нас тоже так можно делать. И получается, он может забрать себе $1000000, да, уже круто зарабатывает в год по 1000000. Но он идет еще дальше. Он тратит на свои ролики $500000. У него остается $500000 чистыми, да? И с этих денег
он там платит еще 250 тысяч государству, и вот у него остается еще 250 тысяч. Да, смотрите, годовой доход у него мог быть полмиллиона долларов. А из-за того, что он отдал деньги людям, да, его доход составил 250 тысяч долларов чистыми. Это все, ребята, условно. Но какое он снял видео, это его так бустануло, такого никто до него не делал. Он за счет популярности, за счет прироста подписчиков получит новых рекламодателей, получит новые возможности и заработает уже не 1 миллион долларов, а выйдет на доход уже в 5 миллионов долларов. Вот и вся схема. Он постоянно повышает планку. И делает он это очень-очень грамотно. Он постоянно повышает к себе лояльность. У него есть благотворительный фонд. Он много тратит денег на благотворительность. Смотрите, он отдал 5 тысяч, чтобы выйти на доход в 5 миллионов долларов. Например, в одном видео он отдал блогеру частный самолет. Я не знаю, или купил, или ему предоставили, это не важно. В общем, частный самолет стоимостью 2,5 миллиона долларов он отдал блогеру. Не подписчику, смотрите, блогеру. Что он сделал? Он собрал там 10 блогеров, у которых по 10-20 миллионов подписчиков, самых популярных американских блогеров, отдал чуваку самолет, и эти все люди его пропиарили, и он еще вырос. Я потратил 2,5 миллиона на этот частный самолет и попросил 11 ютуберов прикоснуться к нему. Тот, кто последний уберет руку, получит самолет. Клянусь, он это сделал. Да. Подписывайтесь на мистера Биста, он легенда. Покупайте его шоколад и все остальное. Покупайте все. Он во многих видео покупает подписчикам Теслы. Опять же, может быть, это коллаборация, да? Он это все очень грамотно делает. Он настолько повысил свою планку, что может делать вот такие вот сумасшедшие вещи. Никто в мире это сделать не сможет на таком уровне, как он. Да, он до этого дошел, и, понятное дело, он самый богатый блогер в мире и самый популярный блогер в мире. Это открыло ему совершенно новые горизонты для заработка. Мистера Биста знают, если не во всем мире, то во всей Америке точно. И что это ему дало? Он открыл свою бургерную, он запустил свой шоколад. И только на шоколаде и бургерах он заработал 100 миллионов долларов. Все уже не на видео. Представляете, он вложил всего лишь 5к, чтобы раскрутить вот этот вот цикл и выйти вот на такие вот доходы. И он продолжает раскручивать этот цикл. Да, и он станет миллиардером. Вот что он сделал, да, пожертвовал. Он мог здесь остановиться на 5 миллионах. Это уже много. А он идет все дальше и дальше и дальше и дальше. Вот и все. Много отдает и много получает. Например, в одном видео он построил шоколадную фабрику. Он с этих денег налоги не заплатит, потому что это затраты на бизнес. Он построил шоколадную фабрику и отдал ее подписчику. Я воссоздал шоколадную фабрику Вилли Вонки в реальной жизни. И один из этих 10 людей уйдет с этой шоколадной фабрики. Мои поздравления, вот ключ. Для него. Он только что выиграл шоколадную фабрику. Представляете, какие масштабы? Кто такое сделает? Кто такое повторит? Да, вот белорусский блогер Влад Бумага, Влада 4, успешно скопировал эту модель. Успешно ее скопировал и тоже добился успеха. У Влада Бумаги, кстати, 45 миллионов подписчиков. Вот вам принцип. Отдай нормальные деньги, вложи нормальные деньги, чтобы получить большие деньги. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Я постоянно этому учу. Я сам использую этот принцип. Это золотой принцип. Это принцип вин-вин. Выиграл-выиграл. И люди довольны. И тебе хорошо. Давайте простой пример от меня, как я применил этот принцип к заработку на партнерской программе. Я уже рассказывал об этом принципе. Давайте еще раз пробегусь. Ребята, давайте я соберу вот все такие видео в отдельный плейлист. Вот этот плейлист. Пожалуйста, посмотрите. Из этих видео вы сможете узнать о всех моих принципах ведения бизнеса. Какой у меня подход, какая у меня философия. Также там очень много крутых видео о деньгах. Как функционируют деньги. И как вообще строится весь заработок. Да, как вообще люди зарабатывают. Смотрите, даже взять уникальность, да, это основа вообще, да, вы должны быть уникальны, я уже повторял 1000 раз это. Мистер Бист, он уникален.
Он сделал то, что никто до него не делал. Я тоже в свои бизнес-процессы добавляю уникальность. Вот даже взять там мой закрытый клуб, да? Вот самый простой пример. Пожизненный доступ. Я сделал пожизненный доступ. Как мне отличаться от всех конкурентов? От всех-всех. Ни у кого нету пожизненного доступа. У меня пожизненный доступ, и я постоянно добавляю ценность. Я уже рассказывал, да, люди раньше могли зайти в клуб за $150. Сейчас вот он стоит $444. Я постоянно повышаю цену, но и ценность повышаю, потому что добавляю новые материалы. То есть человек зашел навсегда, навсегда, а доступ к новым материалам он также продолжает получать, как человек, который купил доступ за $444. Просто он раньше купил. То есть доступ пожизненный, такого ни у кого нет. Вот здесь я уникален. Так, давайте разберем пример с партнерской программой. Смотрите. Есть я и есть другой блогер. И мы под свои видео поставили реферальные ссылки. Давайте представим, что вот у меня и у него одинаковое количество подписчиков. Я ставлю свою ссылку со скидкой 20%. А он просто ставит обычную ссылку, да, без скидки. То есть он все деньги забирает себе. Да, он не делится с подписчиками. И условно, у меня 10 подписчиков в месяц, да, которые зарегистрируются по моей ссылке, и у него 10 подписчиков. За каждого подписчика условно мы получаем по $1. Он зарабатывает $10, так как он не делится с подписчиками, а я зарабатываю в 2 раза меньше, да, потому что наш процент на партнерке 40%, да, 20 я беру себе, 20 отдаю людям, я зарабатываю в 2 раза меньше, и я зарабатываю с 10 подписчиков не $10, а $5. Он зарабатывает больше, но только в этом моменте. Потому что в будущем люди будут регистрироваться у кого? У меня, потому что у меня максимальная скидка. Я возьму количеством. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. И вот условно спустя там пару месяцев у меня уже 30 человек зарегистрируется по моей реферальной ссылке, а у него по-прежнему 10. У него по-прежнему доход будет $10, а у меня уже 15. Понимаете? Вот так это работает. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Это было, ребята, в самом начале. Сейчас уже все поставили вот на Binance, так точно. Все блогеры поставили скидку 20%. Раньше, когда Binance только набирал обороты, никто не ставил под своими видео 20% скидку. А я поставил скидку, и, конечно же, как со мной теперь конкурировать? Теперь все знают, что Instarding дает скидку, да, потому что это быстро расходится. И вот подписчики вот этого блогера регистрируются у кого? У меня. И у меня здесь уже не 30 человек в месяц, а условно 50 человек в месяц. Понимаете, я за счет количества и за счет того, что я отдаю людям, больше заработаю. Вот такой вот принцип. И сейчас уже, да, все блогеры поставили вот эту вот скидку, потому что я уже снимал такое видео. Их подписчики начали им говорить, какого хрена ты не делишься, да, почему Инстардинг дает, а ты не даешь. Ну и короче, все уже поставили вот 20% скидку. У меня на всех биржах везде самые-самые максимальные скидки и бонусы, которые только существуют. Вот 20% скидка на Binance, и вот смотрите, на Окиксе 30%. 30% скидка. Сейчас мало кто из блогеров ставит 30% скидку. Кто-то 10, кто-то 20, так же как на Binance, кто-то вообще ничего не ставит, да? Потому что OKX только начал как бы набирать обороты, только начал активно заходить на YouTube, у меня 30%. Посмотрите у своих блогеров, да? Какая у них скидка? Возможно, после этого видео они тоже подтянутся, потому что они не смогут со мной конкурировать, потому что это передается, потому что подписчики других блогеров будут регистрироваться у кого? У меня. Ну, потому что им выгоднее всего у кого зарегистрироваться? У меня, потому что у меня 30% скидка. Вот такой вот простой принцип. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Да, на Окиксе, смотрите, такая же комиссия 40%, но я получаю всего лишь 10. Подписчики получают в 3 раза больше, чем я. Понимаете? Но опять же, за счет количества я хочу взять огромным количеством. Я заработаю больше. Вот и все. Вот такой вот простой принцип. В общем, друзья, все ссылки на биржи, которыми я пользуюсь, я оставлю в описании. По моим ссылкам вы получите самые максимальные скидки и бонусы, которые только существуют. У меня лучшие условия на YouTube.
Так что регистрируйтесь. Кстати, по поводу ссылок. Многие просили создать торговый чат по трейдингу, такой же, как у нас в закрытом канале. Но для тех, у кого нет возможности вступить в закрытый канал, в общем, мы создадим чат, бесплатный чат. Там вы сможете обмениваться своими идеями, торговать вместе. Вход бесплатный, да, но вход будет по моей реферальной ссылке. Это для того, чтобы отсеять ребят, которые не разделяют нашу философию, ну и чтобы в чате были люди, да, которые торгуют, да, у которых, понятное дело, есть аккаунты на биржах. Это мы запустим в скором времени, вся информация будет в открытом канале. Вот все самые важные новости будут появляться в открытом канале. Первая ссылка в описании. Кстати, по поводу открытого канала, напоминаю, что каждую неделю я разыгрываю $77. Каждый четверг я разыгрываю, а в пятницу я уже отправляю деньги победителю. В общем, запустил конкурс на пожизненной основе. Также напомню, что у нас есть отдельный канал по торговле, вот, Intos. В этом канале я буду собирать все обучение по трейдингу. То есть, чтобы все было в одном месте, также в этом канале будет вся статистика, вся прям статистика моих личных сделок из закрытого канала. Вот, это все сделки из закрытого канала. Вот вы здесь можете посмотреть всю статистику. И вот также я буду публиковать сюда видеоинструкции. Ну и остальное обучение. Вот. Все будет в одном месте. Здесь не будет никаких левых постов. Здесь только статистика и обучение. Ссылку тоже я оставлю в описании. В общем, друзья, на этом буду прощаться. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Также подписывайтесь на остальные наши каналы. Канал по инвестициям, канал по мотивации, канал с новостями. Вот Instarding Top. Также подписывайтесь на канал Мистера Биста. 152 миллиона, блин, подписчиков. Капец. Также у него тоже есть каналы, смотрите. Мистер Бист Гейминг. Есть у него вот канал по благотворительности. 13 миллионов подписчиков. Ребята, смотрите вот ролики Мистера Биста и делайте выводы, какие у него коллаборации с брендами, как он это все выстраивает. Не просто смотрите развлекательный контент, посмотрите, какую он структуру строит. Я такую же структуру строю. Я хочу, чтобы вы не просто смотрели мои видео, а учились, а смотрели шире на все, что я делаю. Смотрите, как я веду YouTube, как я выстраиваю процессы по остальным моим каналам, как я веду закрытый канал, как я зарабатываю на партнерской программе. Смотрите на все это, делайте выводы и применяйте в своем деле, потому что основы, они применимы в любом деле, в любом бизнесе. Все, ребята, всем пока, всех люблю, целую. Еще раз напоминаю, что ссылки у меня все в описании. Если остались вопросы, пишите в поддержку. У нас есть общая поддержка, ответим абсолютно всем в течение суток, всем отвечаем. Все, до новых встреч. Если это видео было полезным, обязательно поставьте лайк и пишите свои комментарии. Всем пока.